Предлагаем для семейного просмотра сказочную киноленту «Осенний подарок фей». Это фильм-сказка для всей семьи по произведениям Ганса Христиана Андерсена. Добрая, но, увы, недальновидная фея счастья, вопреки предостережениям более опытной феи печали, подарила юной Фрекин волшебные калоши, исполняющие желания. Счастье пришло к юной Фрекин и ее друзьям. Они обрели себя в любимом деле. Но других людей, к которым по ходу сюжета попадали калоши, исполнение желаний счастливыми не сделало из-за лени, черствости и озлобленности их сердец. Приятного просмотра!